Итак, друзья мои, всем доброго утра. Я вам сегодня покажу свой небольшой заказ из компании Ariflame. Здесь есть и клиентские товары, и мои. Заказ не очень большой, давайте начнем. Первое, что я приобрела, это гель для душа за 99 рублей минус скидка представителя. Здесь 400 мл, то есть это очень большая бадья, и ее надолго хватит. Это у нас с вами пляжи Майами. Также я взяла японские церемонии. Пляжами Майами я уже пользуюсь, ну и это, соответственно, идет в запас. Гели эти мне очень нравятся, и они очень хорошо пенятся, надолго хватает, кожу не раздражает. Следующее из серии гигиены, это из серии Feminale Special Care Plus. Вот такая вот бутылочка объемом 300 мл. Следующее, что также было в этом заказе, давайте, наверное, по моим пройдемся еще. Это у нас спрей для ног от натирания, против натирания. Вот такая вот небольшая бутылочка, здесь 100 мл. Очень хорошее средство, действительно помогает, особенно в жаркое время, потому что наши ножки испытывают, конечно, колоссальный стресс, и, соответственно, и в кожаных ботиночках, и в балетках, и в кедах, кто что носит. В любом случае, пальчики, особенно вот эти вот места, ну, у каждого, конечно, индивидуально, вот, натираются. Поэтому я взяла данный спрей по скидке. Они были 99 рублей минус скидка консультанта. Я взяла две таких вот штучки. Итак, давайте посмотрим, что же было здесь еще. Что у меня все падает. Так, что было также заказано мной, это последнее. Это у нас вот такой вот бальзам для губ. Шел со скидкой из серии Giordani Gold. Давайте мы его с вами протестируем. Здесь, кстати, он с защитой SPF 12. Я таких бальзамчиков заказала две штучки. Один себе, но здесь у меня помялся. И второй это клиентский заказ. Давайте посмотрим, как же он выглядит. Вот такая вот очень нежного цвета кремовый сам тюбик. И, ну, если брать ладошку, вот так вот он, как мой указательный палец. Итак, давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Я, честно говоря, таким именно бальзамчиком не пользовалась. Здесь есть очень яркий свет сейчас, видите, да, вот такая вот губочка. Надавливаете, и бальзамчик выходит. Я обязательно сделаю сегодня тест и выложу в свой Инстаграм. Ссылочка на Инстаграм есть в профиле, и я вам обязательно покажу, как выглядит при естественном свете. Итак, давайте посмотрим, значит, что было в клиентском заказе. В общем-то, это был весь мой заказ, он небольшой, действительно. Клиентский заказ такой же бальзам для губ, прям вот точно такого же цвета. И это у нас с вами крем для кожи вокруг глаз антивозрастной из серии Optimals Age Relief. Ну, если получится, сейчас я открою, покажу просто тюбик. Так как это средство не мое, то, соответственно, открывать я его не буду. Вот так вот оно выглядит. Достаточно маленький тюбик, вот тоже мой пальчик, но он тяжелый. Человеку понравилась данная серия, он пользуется уже кремом. Эффект есть. Эффект есть. Так, убирать не буду. Так, ну и что у меня осталось? Я также заказала пробнички. Три штучки. Это VIP Club Ibiza. Я еще не тестировала. Мужская водичка Men's Collection and Intense Oud. И женская коллекция Mysterial Oud. Вот женскую я уже вчера протестировала. Честно говоря, мне не очень понравился. Он горчит нереально. Но я буду тестировать его еще и буду смотреть. Пока в первое впечатление не очень положительное, но посмотрим.
И последний товар в этом заказе — это карандаш для глаз из серии The One, черный карандаш. Я взяла как плата за доставку. Ну, карандаш мы можем с вами протестировать. Вот он такой вот классический черный угольный цвет. Очень хорошо мягко рисует, мне понравился. Ну что ж, это был весь мой небольшой заказик. Давайте посмотрим, что же я себе уже думаю приобрести в следующем каталоге. Оставайтесь со мной. Итак, давайте же посмотрим. Следующий каталог будет действовать у нас с 23 апреля по 12 мая. Здесь есть некоторые товары, которые мне действительно уже пригляделись, и я буду их заказывать. Ну, первое, на что пал мой взгляд, это действительно полная серия. Я считаю, что это правильно. Компания делает скидки на всю серию, то есть на гель, на тоник и на крем. Вот, собственно, все эти три средства с маслом чайного дерева я планирую приобрести. Эта серия мне очень нравится. В прошлом году я брала крем вот этот вот с чайным деревом из серии Love Nature. Во-первых, мне нравится очень аромат. Мне нравится эффект, действительно заживляющий и даже охлаждающий. На моем лице был такой эффект, и я приобрету обязательно. Так, в следующем каталоге я планирую приобрести серию, опять же, для душа. Это у нас мочалочка, мыльца, лосьон и гель. Почему не приобрела в этом каталоге? Так как решила остановиться на тех гелях, которые я пока купила. И в следующем каталоге решила со скидкой, опять же, да, будет эта новая серия. Я планирую приобрести товар. Итак, давайте посмотрим, что же следующее. Ну, все, наверное, уже готовятся к лету. Я пока, честно говоря, еще не знаю, где проведу. Очень все под таким большим вопросом. Вот, но у меня остался с прошлого года крем для лица с защитой SPF 50. И я себе приобрету вот такой вот лосьон для тела и лица. Кстати, он, обратите внимание, идет 2 в одном для лица и тела с SPF 30. Вот, действительно очень хорошее средство, оно помогает, и загар ложится достаточно ровно. Мне понравилось. Так, что же следующее у нас с вами здесь? Обратите внимание, в следующем каталоге будет вкладыш. На сайте этого вкладыша нет. Так, ну и я думаю, закажу освежающий спрей дезодорант для ног «Клубника и ревень». В прошлом году я себе уже такой брала. Ну, запах такой, конечно, специфический, но мне понравился. Охлаждающий эффект – это самое важное. Следующее, что я себе тоже присмотрела, это накидка для окрашивания волос. Как вы знаете, я буду красить волосы краской L'Oréal. Где-то это будет, ну, наверное, в начале мая. То есть я буду осветляться в домашних условиях и, соответственно, делать тонирование волос. Мне необходима будет накидка. У меня, к сожалению, нет. Как-то до этого я обходилась без нее. Но для того, чтобы снять видео, да, я решила вот приобрести ее. Она стоит всего 369 и минус скидка представителя. Кстати, хочу обратить внимание, вчера я зашла в интернет посмотреть, сколько же стоит данной накидки. Ну и цены начинаются от 400 и выше. То есть ничем не уступает, соответственно, данная цена. То есть, в общем-то, это очень дешево в каталоге Oriflame купить такую накидку по такой цене. Ну и также я присмотрела себе новую маску, восстанавливающую тканевую для лица Novage за 299 рублей. Как я понимаю, там всего лишь одна масочка вот в этом содержится, пакетики. Ну посмотрим, у меня пока еще маска есть глиняная, она у меня пока не закончилась. Я пока еще думаю, но возможно на тест куплю. И последнее, что я планирую приобрести, это новинка. Дневной увлажняющий крем абрикос. Его я планирую приобрести к серии масла, так, к серии Love Nature с маслом чайного дерева. То есть сам кремик у меня будет на вечер,
А с абрикосом у меня будет на утро. Вот такой вот каталог следующий. Здесь, в принципе, очень много разных предложений. Каждый найдет наверняка для себя что-то свое. Вот. Ну, я вот так вот пока вот по средствам, которые для душа. Кстати говоря, в следующем каталоге будут масочки вот такие вот очень хорошие. Со скидкой огромной за 39 рублей. Честно говоря, не помню, когда в последний раз была такая цена. У меня данные масочки тоже есть. Именно поэтому я пока еще не уверена, буду я заказывать или нет новую маску. И давайте посмотрим. Компания прислала каталог премьер клуба. Здесь можно будет выбрать любой кошелечек за 599 рублей. И давайте посмотрим, что вообще здесь есть. У нас здесь есть новинки, которые вы можете уже приобрести со скидкой. Это очищающий скраб для лица и очищающая мицеллярная вода Optimals Hydra. Ну, это, конечно, очень хороший вариант. Также здесь есть, посмотрите, парфюмированные воды. Набор пробничков вы можете заказать. Кстати говоря, хочу обратить внимание для тех, может быть, кто не является представителем компании, но, допустим, хочет попробовать какое-то средство. Я хочу вас заверить, что в компании Oriflame есть возможность заказать пробники и помад, и туши, и парфюмированных вод. То есть все это действительно есть, это все доступно, и вы можете уточнить у любого представителя компании Oriflame, если вы не хотите, допустим, им стать, но желаете приобрести какой-то товар, да, но не знаете, то в любом случае консультант вам может продать, допустим, да, этот пробник или просто подарить, ну, в зависимости от того, в каких отношениях вы с вашим представителем. То есть, если это друг подруга, наверняка он просто даст вам пробничек, а если вы не знакомы с этим человеком, то он может вам продать. Ну и, к слову сказать, пробничек сам стоит 20 рублей, допустим, парфюмированной воды. То есть все прайсы официальные на товары, на пробники есть также в специальной книжечке, с которой вы можете ознакомиться также у своего представителя. Ну что же, вот такой вот небольшой был заказик из компании Oriflame. Всем отличного дня, всем пока-пока!